Прямо с утра Виктор в работе, и неважно, что в гараже холодно. Процесс создания двух новых автошедевров в разгаре. Это значит, я решил сделать трехколесный трайк. Угу. Мотоцикл такой рогатый есть. Я решил сделать трехколесный с рогами и автомобиль. Тоже в одном как бы этом стиле. Крыло от Урала, задняя часть от Запорожца, трубы, железо и немного дерева. Вложения минимальные, по 5000 на каждый шедевр. Он и делает их по 3 месяца, потому что средства берет из своей пенсии. Периодически помогает молодой сварщику, самого идеально приварить нужные детали не всегда получается. А началось все с выхода на пенсию. Виктору всегда нравились иностранные ретро-машины, но приобрести их не было средств, решил делать сам. Моя задача, чтобы не было это ни на что похоже. Чтобы это было индивидуально. Вот. Делать копию чего-то можно, но оно неинтересно. Кстати, эти машины вызывают интерес не только у соседей Виктора. Его неоднократно приглашали на праздничные выставки. Автомобили на ходу, но документы на них не оформить. Раньше вывозил спецтехникой, теперь перестал. Сейчас, чтобы поставить все это надо эвакуатор. 5 автомобилей, 5 эвакуаторов. Туда 3000, обратно. Все за свои деньги? Конечно. Гараж автомобиля уже практически не вмещает, говорит Виктор. Сделал пристройку. Здесь хочет расположить карету, но помещение еще не готово. Дело опять же упирается в средства. А еще мастер переживает, что его творение мало кто видит. Какой-нибудь бы дяденька пришел бы и сказал, давай я тебе вот здесь вот на трассе построю коробушку. Выставляй их. Все. Часть бы туда выставили, а здесь бы работали, да? Конечно. Желание Виктора создать музей стало еще более сильным, когда он узнал, что даже салонов самодельной техники в России нет. К тому же и в нашем крае, в Наукограде, и у ближайших соседей в Чемале есть талантливые мастера. Их работы тоже могли бы стать экспонатами музея. А пока Виктор мечтает, без дела не сидит. Работы много. Через пару месяцев планирует закончить эти две машины. Обещал пригласить нас оценить очередные шедевры. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.